называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Где у нас Виктор Александрович? Если что, меня поправите, что я неправильно написал. Песня была написана в два захода. Одна еще при жизни Брежнева, которая там упоминается, тот, кто нынче выше всех. Вторую часть я дописал уже после смерти Брежнева, чтобы было понятно. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, называя Захиршаха и высочество, и брат. Мы ему завод, плотину, мы даем ему угля, да. Любили мы скотину Захиршаха короля. До зубов вооружили, утопили его хорон. А вообще неплохо жили с этим самым Захиром. И целуя с господами, тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич в фундамент под кабульский политех. Но история как средство по весоме кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху сей революционер. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же как на грех целовал утрополично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем словно брата Нура-Мура Тараки. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет, грамотей. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей. И партийные разлады непутево примерял. Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки. А вообще неплохо жили с Нуром-Муром Тараки. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вира Нурмал или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачью тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бабрака Кармаля. Правда, он буржуй прожженный, парчемист и пустобрех, но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный с важной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров. Войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей в собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка. Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля. За Боброва, за бобрака, за Колюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь ломали кучи дров. Дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист над Джибулан. Правда, в университете он учился на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча, возглавляя орган ХАДА, это ихний комитет. Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В
остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли. Да в Кремле пятно восстало, до свидания, наджип. Отоварили чекушки и афгашки, кто имел, в Харатоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и трещим из пулеметов на гражданской, на войне. Не дадим отныне маху, только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми.